Всем отличного дня! С вами агентство недвижимости «Лига Real Estate» и я, Ксения Балджи. Сегодня мы в Аланье, самой южной точке на карте Турецкой Республики. А что может быть лучше Аланьи? Только ее живописный район Бикташ с его потрясающими панорамами на море, городской пейзаж и историческую крепость 13 века. Здесь расположены лучшие видовые рестораны с традиционной подачей турецкого завтрака, оборудованные места для пикников и мангала. А если проехать полчаса в сторону гор, зимой вы сможете гулять по заснеженному сосновому лесу и лепить снеговиков. Особенностью недвижимости в Бикташе являются низкоэтажные постройки, виллы и таунхаусы. И сегодня мы с вами вместе посмотрим интересный, готовый к проживанию проект двухэтажных квартир, планировок верхний дуплекс и дуплекс с выходом в сад. Предлагаю для начала пройтись по территории самого комплекса, а затем перейти к конкретным вариантам. Пока мы идем по этой действительно огромной территории, скажу вам, что комплексов подобного рода в Алании максимум 3. Что я подразумеваю под словом «подобный»? Во-первых, расположение. Во-вторых, виды. В-третьих, планировки. В-четвертых, инфраструктура. Так что перед вами действительно дефицитный экземпляр. Что ж, я иду в квартиру, а вы пока пробегитесь по объектам общего пользования. Находимся в дуплексе с выходом в сад. Сама квартира имеет планировку 4+1 и ее площадь 238 квадратных метров. А площадь сада, внимание, 100 квадратных метров. Таких больших участков при гарных дуплексах я не видела нигде. Напомню тем, кто изучает рынок недвижимости недавно, о том, что такое Garden Duplex. Это двухэтажная квартира, которая занимает цокольный этаж и этаж над ним и имеет собственную территорию сада. Такие квартиры в какой-то степени являются альтернативой виллы, с той лишь разницей, что не нужно заботиться о том, что с домом или посаженными растениями что-то случится в вашем отсутствии. Ведь за всем присмотрит управляющая компания, а садовник будет регулярно поливать ваш сад. Теперь перейдем ко второй планировке – пентхаусу. Мы на втором и третьем этажах здания, сада здесь уже нет, зато есть терраса, на которой можно позагорать и организовать барбекю под открытым небом вот с этим самым видом. Планировка пентхауса также 4+1, а площадь 249 квадратных метров. Друзья, еще впечатляет количество санузлов. Их что там, что здесь, по 5 на квартиру. Кульминация ролика – это цены. Скажу сразу, они достаточно лояльные, как для района Бикташ, так и для квартир подобных планировок. Кто интересуется недвижимостью именно в этом месте, согласится со мной. Стоимость дуплексов с выходом в сад стартует от 300 тысяч евро, а цена верхних пентхаусов – от 350 тысяч евро. За подробной информацией и полным раскладом цен вы, как всегда, можете обратиться, написав в любой мессенджер по номеру, указанному на экране, или заказать звонок на нашем сайте.
Подписывайтесь на канал, а также, если вы пока не определились с районом Турции, рекомендую ознакомиться и с объектами города Мерсин, в котором работает филиал компании Liga Real Estate. Я же откланиваюсь и благодарю вас за внимание. Как всегда, с заботой о клиентах!